Всем привет! 327 и 328 серии турецкого сериала «Клятва» выйдут 10 и 11 апреля. С русской озвучкой они появятся в сети через несколько дней. Если вы хотите, чтобы истинное лицо Сонгюль было наконец-то раскрыто, ставьте лайк, и мы увидим наше число. В новой серии жизнь всех изменится, потому что Хикмет принял неожиданное решение. Он вдруг захотел разделить наследство между всеми членами семьи. То есть Сонгюль останется лишь малая доля активов, и этот факт ее сильно раздражает, ведь она хотела завладеть всем наследством семьи Тархун. От злости и жадности у Сонгюль возникнет новый план. Она захочет погубить Хикмета, чтобы заполучить все богатство. Фериде в это время ведет себя очень странно. Она словно не знает, чего хочет. Если ее поведение не изменится, то она может остаться одна. Юмит торопит ее поскорее жениться, и если Фериде все-таки выберет эмира, то Юмит будет ей мстить. Жизнь Нарин тоже в опасности, так как у нее непростая беременность и есть вероятность того, что она может погибнуть при родах. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик.